Всем привет! Начинается важный тренинг. Приготовьте ручки и ежедневники и начинайте выполнять рекомендации. Сейчас у нас проходит главный тренинг 2018 года, который состоялся в Бурятии. И что необходимо нам сегодня выполнить в нашей жизни для того, чтобы преуспеть? Вот мы сегодня с вами узнали о продукте, о доходах, о рангах, мы увидели разных людей. Но если мы хотим дальше качественно изменять свою жизнь, то в первую очередь правильный старт в бизнесе – это изменить свое мышление. Многие люди ждут, чтобы изменился мир вокруг них. Мир никогда не будет меняться вокруг вас. Вы можете измениться, и тогда мир поменяется. В первую очередь, чтобы в жизни чего-то достигнуть, нужно научиться правильно мыслить. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. То есть, если мы говорим неправильные фразы, если мы неправильно мыслим, то мы делаем неправильные действия. Очень просто. Мои партнеры работают. Такую фразу нельзя говорить. Почему? Потому что вы их программируете на то, что они будут работать. Вам нужны в команде, чтобы люди, которые работают, как на работе. Нет, у вас не будет роста. Поэтому, видите, каждое слово, оно имеет вес. И чем ваши слова, ваши мысли, ваши поступки более правильны, тем ваши достижения и достижения людей что? Выше. Теперь, что мы должны понимать? Так как мы прожили определенную жизнь, наши мысли, они уже, понимаете, имеют какую-то огранку. К сожалению, неправильно. Потому что то, что мы сегодня имеем в жизни, это опыт определенной системы в каждой стране. Есть правительство, которое диктует определенные условия и программирует жизнь людей на определенный уровень. Кредиты, донашивать, дать, пенсия. Почему вы думаете кредиты? Это для того, чтобы человек не мог уволиться с работы и работал на работе. Страх уволиться с работы, у него же кредит, ипотека. Понимаете мысль? И получается, человек всю жизнь вроде бы живет, но не живет. Так вот, делая то, что делает 90% людей, ты ограничиваешь себя в успехе. Богатые люди, они богаты не деньгами, они богаты поступками. Их поступки идут из мыслей. Потому что мысли дают действия. Следовательно, вам, чтобы изменить свое мышление, нужно понять одно. Нужно срочно поменять свое окружение. Это значит не отказаться от родителей, это значит не отказаться от друзей. Но вам надо начать обучаться у тех людей, которые живут той жизнью, о которой вы мечтаете. То есть, если вы хотите дом, квартиру, машину, не иметь кредиты, путешествовать по миру, то вам нужно находиться именно среди таких людей, которые живут такой жизнью. А если вы будете находиться в том же постоянно Ростове, то вы будете наоборот себя еще больше, понимаете, направлять в сторону бедности. Поэтому четко нужно понимать, что вам необходимо идти за наставником. Почему необходимо идти за наставником? Потому что когда ты идешь за наставником, он проложил путь к успеху. Это как лыжник, который пошел вперед, проложил лыжню, ты встал на эту лыжню и за ним едешь. Что легче, создавать лыжню или ехать по лыжне? Ехать по лыжне. Не надо ничего придумывать. Лучше просто делать то, что тебе рекомендуют, потому что это проверено. Когда ты делаешь бизнес, ты должен понимать, что у тебя должен быть восторг, заразительность, воодушевление. Тебе необходимо пользоваться продуктом. Вот простыми словами, если в бизнесе B есть продукт от цели, есть продукт Elevate, то тебе необходимо пользоваться этим продуктом самому, потому что если ты не будешь пользоваться этим продуктом, ты не можешь говорить об этих продуктах. Понимаете? Или, скажем так, представьте ситуацию, что вы покупаете мясо у мясника.
И в один прекрасный день пришли в мясо и хотите у него купить мясо. Но смотрите, что он себе домой покупает мясо у соседнего мясника. Что вы подумаете? Что вы мясо-то неправильное покупаете, раз мясник, который продает вам мясо, покупает его что? У другого мясника. Следовательно, если вы не будете пользоваться продуктами, как вы можете говорить о бизнес-возможности или о оздоровлении человека? Потому что, понимаете, если вы сами не являетесь потребителем, и вас спрашивают, ты пробуешь, ты потребляешь, ты либо скажешь нет, либо соврешь. Если ты скажешь нет, значит, другой человек уже не поверит. Если ты соврешь, то человек считает, что ты врешь. Он не будет вам доверять. Поэтому никогда не надо врать, а лучше всегда говорить правду. А чтобы правда была правдой, лучше быть потребителем продукта. Вот. Поэтому пользуйся продуктом, получи результат, передай другому человеку. То есть, когда я вам показываю свои фотографии, то люди мне доверяют, потому что они знают меня в прошлой жизни и в настоящей жизни. Когда они меня помнят, когда я множество лекарств потреблял, и сейчас их не потребляю, люди это видят? Видят. Когда я стою со своими одноклассниками рядом, то, к сожалению, нескольких одноклассников живых уже нет. У кого-то тромб, у кого-то сердце. А некоторые одноклассники выглядят, ну, совсем неприлично, я бы так сказал. Нельзя в таком возрасте так выглядеть. То есть люди начинают понимать разницу. Что-то этот человек делает другое, раз он выглядит по-другому. Когда помимо этого ты едешь на другой машине, то тебя люди начинают спрашивать, да, откуда у тебя такая машина, да? Когда ты путешествуешь несколько раз по миру в разные страны мира, люди начинают спрашивать, а как? Идея ясна? То есть если вы не будете жить той жизнью, о которой мечтаете, люди за вами не пойдут. Нужно этому соответствовать. Поэтому необходимо в первую очередь трудиться над самим собой. Дальше. Если мы говорим с вами о том, что есть система обучения. И если ты сам туда не ходишь, твои люди тоже ходить не будут. Потому что они считывают, они заходят на встречу, и они смотрят, твоей фамилии нет, Петрова нет, Сидорова нет. И они думают, если ты туда не ходишь, значит это не важно. Сразу хочу сказать, если твои люди не будут ходить в систему обучения в успех вместе, ты не будешь успешным в этом направлении. Это 100% проверено. Ну сам подумай, как ты можешь быть успешным, если все твои партнеры будут неуспешными. Успех – это когда ты помог другим людям преуспеть. Когда ты другим людям помог достигнуть высот. Многие этого, к сожалению, не понимают. Многие люди думают, что успех – это, понимаете, их дом, их квартира, их машина. А чтобы этого достичь, нужно кому-то помочь. И мне очень просто, потому что раньше я был, знаете, очень плохим учеником, вредным. Все, что говорил наставник, я не делал. Ему надо, пусть делают. Им надо, пусть делают. Но что я заметил? Я заметил, что меня пенсионеры стали обгонять. Монтеры стали обгонять. И я стал думать, что ж я такой умный, что у меня аж пенсионеры обгоняют. Монтеры обгоняют, слесаря обгоняют. И я, знаете, пришел, к сожалению, сам к этому выводу, что потерял очень много времени, делал неправильные поступки, и я на сегодняшний день очень гибкий человек. То, что раньше я бы никогда не делал, я делаю мгновенно сейчас. Несколько примеров из жизни. Вот стадион 7 тысяч человек. И там, на стадионе, выступает профессор. И он говорит фразу. Умершие доктора не лгут. То есть, врачи умирают быстрее, чем большинство людей по возрасту. Средний возраст врача, он меньше, чем обычного человека. Страшное дело. Я для себя начну мысль. Значит, смотрите. Второй он говорит.
Сахар – это самый вредный компонент, который выводит все полезные витамины и минералы. Я сахар 3-4 ложки клал с самого детства. Я постоянно пил чай, и я не мог идти в садик, в школу или еще куда-то, если я чай с сахаром что? Не выпил. И он произносит фразу, что сахар самый вредный компонент, то есть вреднее не бывает. Я иду в ресторан в этот вечер, мне сахар поперек горла встал. Я заказываю чай с лимоном без сахара. Мгновенно отказался от сахара. Понимаете, со временем я пришел к тому, что я стал слышать то, что раньше, что не слышал. Со временем я стал уменьшать количество, например, мяса. Я ем мясо, я от него не отказываюсь, но я больше потребляю фруктов, овощей. Со временем я стал добавлять определенные добавки в рацион питания. Почему? Потому что я стал слышать то, что раньше не слышал. Естественно, мое состояние, оно становится лучше, я это чувствую. Вот. Денег стал зарабатывать больше. Почему? Потому что стал делать то, что не делал раньше. Но когда-то я был идиотом. То есть я делал все так, как не надо делать. Я пропускал презентации, пропускал тренинги, я не потреблял продукты, я не был системным, я не читал книги, которые надо читать. Я просто продолжал жить так, как жил. А теперь вам вопрос. Хотите ли вы жить так, как сейчас живете дальше? Я со временем понял, что я так не хочу жить. Я не хочу быть умным. Если честно, меня от умных людей подташнивают. Просто подташнивают. Мне с ними не по пути. Когда-то я был таким. Самый умный, все знаешь, да, все умеешь, лучше всех. Мне с мудрыми людьми по пути. С мудрыми людьми, которые живут другими принципами. С ними можно что-то создавать, с ними можно вместе к чему-то идти. Сегодня к нам в команду вместе приходят люди, например, гораздо профессиональнее меня в своих сферах. К нам приходят генералы, профессора, разные люди, ректора, академики. Но они в команде не включают свою умность. Я такой. Они наоборот, свой опыт, свои знания вкладывают в команду и систему не разрушают, а наоборот ее дополняют и своим примером исполняют то, что система рекомендует. Вот сегодня к чему мы приходим, что сильные люди наоборот объединяются и друг друга дополняют, улучшают. В общем, мысль заключается в том, что можно делать бизнес так, как хочешь. Но я не встречал ни одну команду в мире, ни одну компанию в мире, помимо команды «Успех вместе», где меньше за год команда сделала более 500 автодонов, где ученики заработали от 5000 рублей до 30 миллионов рублей, где более 50 бриллиантов за 10 месяцев. И товарооборот команды составил за 10 дней во время акции 150 миллионов рублей, это более 2 миллиона долларов меньше, чем за год. Для примера, чтобы вам было понятно, такие знаменитые компании, которые работают 10, 20, 50, 70 лет на рынке, они таких цифр никогда не делают. Для примера, я не люблю говорить о компаниях, потому что кто-то говорит, вот вы там их принижаете, но история же есть, где описано, да? Я повторю историю. Компания Amway, когда начинала развивать свой бизнес, а компания Amway сегодня номер один в мире по товарообороту, более 10 миллиардов долларов. То есть мощнейшая компания. Но когда она начинала бизнес, она за первый год даже миллиона долларов товарооборот не сделала. Чтобы вам было понятно, наша команда делает товарооборот за 10 дней более 2 миллиарда долларов только во время акции, не проработав год.
Мысль ясна? Не компания, а команда. То есть, если мы говорим про именитые компании, то они к этим достижениям шли много-много лет. У нас действительно сегодня лучше, чем цель и лучшая система обучения. И самое что интересное, он многим понятен, а многим нет. Кому понятен, у того успех, кому не понятен, у того успеха нет. Я знаю множество лидеров разных компаний, которые сегодня зарабатывают меньше, чем наши партнеры. Понимаете? То есть, если мы говорим с вами о результатах, то, например, вот парень из завода, Иван Ров, то есть, смотрите, не бизнесмен, не сетевик, парень из завода к нам пришел, и он зарабатывает здесь такие суммы денег, что неприлично даже произносить. То есть в декабре он заработал не 1 миллион долларов за месяц, а не 1 миллион рублей за месяц. Классно? Меньше, чем за год. Не имея опыта вообще в этой индустрии. Вот чем наша система интересна. Также пенсионер 60, уже, наверное, 4 года, 60 тысяч, да? Надежда Андреева. Тоже за декабрь несколько миллионов рублей заработала. То есть у нас реально результаты людей выше, если они дублицируют систему. Что такое дублицировать? Вот вам скажут, например, приседай столько раз, отжимайся столько раз, пей воду столько раз, делай заметки там в соцсетях столько раз, и делайте вы это, и все. Вот простота вот в этом. Но почему-то люди не делают, некоторые, но у них потом нет результата. То есть не надо что-то придумывать, у нас все сделано. Значит, нужно пользоваться продуктом, нужно пользоваться обучающими рекомендациями. Сегодня у нас есть тренинги по всем видам направления. Скиньте в чат наши тренинги по психологии. Вот если ты хочешь что-то достигнуть, тренинг по психологии нужен? Как правильно общаться, да, с людьми? Есть. Тренинг, как правильно трудиться в интернете, нужен? Это ничего сложного нет. Нужен, скиньте. Дальше. Как правильно выполнить карьерную лестницу, то есть больше, ну, быстрее достигнуть нужен? Есть такой тренинг. Как правильно действовать? Как правильно возражать людям? Есть такой тренинг? Есть, скиньте, пожалуйста, в чат. То есть у нас сегодня есть четкие рекомендации, как правильно применять продукт, как правильно проводить презентации, тренинги. И вот если бы человек понял, что нужно вот этот материал изучать, он бы не был никогда беден. Вот Николай Курышев, пример, заработал здесь более 3 миллиона рублей. И он, я не знаю, почему ему хватило мудрости, он все делает так, как надо. Он ничего другого не придумывает. То есть, если мы берем, например, какой-то ставим ролик по продукту, вот, допустим, ролик, видите, у меня текст, то заходим к нему, и примерно мы видим ту же самую картину, что он делает такой же ролик, либо сам с этим же продуктом, либо что, либо этот ролик ставит. Вот это называется процесс дубликации. К сожалению, многие люди, они, понимаете, неправильно делают, в каком плане. Они придумывают всегда какие-то свои другие действия, которые их не приводят к результату. Либо результат есть, но меньше. Поэтому вот очень важно просто дублицировать. Бизнес, понимаете, друзья, или процесс оздоровления – это длительный этап. То есть Elevate и Accelerate надо пить год, чтобы получить оптимальный результат. Не надо ждать с первого месяца, что продукт вам даст что? Результаты, о котором вы мечтаете.
Потому что вы себя обманете. Дальше. Сегодня слышали, я вас поправил. Я показывал ребенка, у которого результат, то есть прошла аллергия, дерматит. Я сказал более месяца. Знаете, почему я сказал более месяца? Вот я сейчас вам объясню. Вот у этого ребенка результат по продукту на самом деле за 2 недели. Пишешь. Видите? То есть аллергия, дерматит прошел от нашего продукта. Почему я не говорю фразу день, 5 дней, месяц? Почему я говорю полгода, год? Потому что если вы человеку наобещаете, что у него за месяц что-то решится, вы его обманете, организм у каждого человека индивидуален. Вы не должны в таких, вообще в каких-то фотографиях, в лекциях, в фразах произносить такое. Потому что вы украдете мечту у человека. Человек месяц пробьет продукт, не похудеет на 100 кг и скажет, вы обманули. Мысль ясна? То есть подавать информацию надо правильно. Я вам могу четко сказать, что потреблять продукт нужно полгода, год для оптимального результата. Что такое оптимальный результат? Оптимальный результат – это когда у человека стабилизируется давление, сахар к нему приходит, когда он молодеет, худеет, набирает мышечную массу, когда у него перестают там мучить какие-то старые проблемы. То есть путем оздоровления. Вот это нужно осознать. И вот если вы человеку сказали, что ты заработаешь деньги первый месяц, а он не заработает, он разочаруется. Если вы скажете, ты получишь результат по продукту в первый месяц, он не получил уже что? Разочаруется. Вы поймите одно. Вы можете получить результат быстро, но вы не имеете права говорить об этом людям. Потому что каждый человек, к сожалению, слышит то, что хочет слышать. Вот у нас с вами сейчас есть новый продукт, который называется, вот если зеленое питание, это завтрак с утра, натуральное питание из овощей, фруктов и грибов, то справа белое фиолетовое питание, это питание на ночь. И белое питание и фиолетовое называется ешь, не ешь, а вот спи, худей, молодей. И что человек слышит? Худей. То есть он думает, я худой, зачем мне худеть? То есть, если вы неправильно информацию подадите, человек слышит то, что хочет слышать. А на самом деле продукт от цели, он что делает? Нормализацию веса. То есть, если ты худой, ты не будешь толстым. Если ты пухленький, ты что? Нормализуешь вес. Профилактика 800 заболеваний, у тебя не будет астма, аллергия, онкология. Понимаете разницу? Иногда люди хотят слышать только то, что у них в разуме. Нет денег, они слышат про деньги. Нет здоровья там, например, в сфере какого-то одного заболевания, не только про это слышит. И начать человек хочет похудеть, начинает пить продукт и не худеет за 2 месяца. Он не смотрит, что у него давление стабилизировалось, он не смотрит, что у него сахар стабилизировался, он не смотрит, что у него тут морщинки там пропали, он не смотрит, что он спать стал нормально. Он думает, что его обманули, он не похудел. Вы понимаете, что я сейчас сказал? Психология человека, поэтому нужно изучать тренинги, которые у нас есть. То есть вот в этот тренинг, который я сейчас провожу, невозможно дать то, что дано в 10 тренингах, вы же это понимаете? И вам это все надо прослушать. А вот здесь вопрос, как вы это прослушаете? Вам надо с завтрашнего дня сесть и начать эти тренинги изучать. Где их нужно взять? Попросить вашего лидера, чтобы он вам скинул WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, почту. И изучайте, друзья, изучайте эти тренинги, они вам помогут. Потому что там основа успеха. Значит так, нельзя обещать людям про продукт и про доход, что они это получат в первый месяц. Полгода в год. Хорошо? Потому что вы тогда человека не обманете. Нельзя даже говорить о том, что вы быстро получили результат. Я говорю, за полгода вот получил результат, за год получил результат. Зачем?
чтобы люди правильно слышали. И поэтому, когда я говорю, делайте фотографии, вот, вот я вам сейчас покажу один пример. Вот здесь написано, что целлюлит пропал за 2,5 месяца, видите? Мама двоих детей. И я потом сказал, что нельзя делать некоторые моменты, и она молодец, сделала вот так, с этим продуктом избавилась от целлюлита. Чувствуете разницу? От целлюлита избавилась с этим продуктом. В течение полугода было. А если человек 2 месяца не получит? Теперь понятно, почему я говорю, не кричите 10 дней. В зале все слышат по-разному. Пошли с вами дальше. Бизнес нужно делать с вами, ну нам с вами, быстро, много, долго, правильно. Что это значит? Быстро — это значит быстро заказать продукт. Ну, то есть, понимаете, есть такие вещи, которые надо делать быстро. Вот вы раньше в академию не ходили, надо начать ходить в академию быстро. Это значит завтра уже первая встреча. Понимаете, нужно быстро перестраиваться, делать то, что вы не делали. Много. Ходить на презентации надо много. Желательно ходить не одному. Но если вы один ходите, это хорошо. Но если вы еще с кем-то ходите, то отлично. И ходить надо на все встречи, потому что в спортзал мы ходим, чтобы поддерживать состояние и делаем каждый день одни и те же упражнения. То есть у нас 7 презентаций в неделю в академии. И нужно ходить на каждую встречу и слушать разных лидеров, спикеров. А у нас сейчас будет выступать очень много спикеров. Вот, например, вчера выступала у нас вчера выступала Надежда Тучинина. Сегодня мы с вами выступали. Завтра Николай Туйшев выступает. То есть, понимаете, монтёр, слесарь, там, бизнесмен, все эти разные истории, они по-разному что? Заряжают. Поэтому разные люди будут выступать. И мы должны ходить и приглашать на каждую встречу разных людей. Но сами мы должны однозначно быть, потому что если вы на завод не придете 7, ну, 5 дней в неделю, вас уволят. И я еще раз открою секрет. Все презентации, все тренинги, они про одно и то же. Но по-разному произносятся, и более актуальная информация меняется в разное время. Например, сегодня есть акция, говорят про акцию. Завтра нет акции, не говорят про акцию. Послезавтра тренинг, говорят про тренинг, понимаете? И вот нужно быть в этом информационном поле. То есть я не устаю от того, что информация одна и та же, потому что каждый раз я слышу по-разному. Долго делаем, да? То есть это значит год, два, три. Ну то есть, если ты делаешь бизнес месяц, ты его не делаешь. Нужно делать год, два, три. Правильно. Мы не все правильно делаем изначально, так? Это нормально. Но в течение времени мы должны улучшать свои навыки. То есть мы должны улучшать методы продвижения в интернете, на земле, методы общения. То есть это очень правильно, друзья, значит, делать бизнес правильно. Правильно делается из тренингов. Нам необходимо быть сильным, успешным, активным, потому что ваша команда копирует вас. Что это означает? Люди, которые приходят к вам в структуру, они смотрят на вас, улыбаетесь вы или нет, стойны вы или нет, они смотрят, зарабатываете вы или нет, так? Поэтому ваша задача, понимаете, осознать, что вы должны быть примером. Почему я хожу на все презентации и тренинги? Поддерживаю коллектив, люди видят меня. То есть очень важно быть примером в команде. Очень важно. Пошли дальше с вами. Что мы еще должны понимать? С любым новичком вам нужно проговорить то, что мы проговариваем, либо дать это видео. Что бизнес нужно делать так, как я уже сказал до этого.
что есть система обучения, что есть продукт, что нужно делать это минимум полтора года. И когда вы с человеком это проговорите, он будет понимать, почему он зарабатывает и почему не зарабатывает. Это очень важно. То есть человек должен осознать все, что мы сказали. Дальше. У нас какая ситуация? Вот есть такое понятие «страховка вашего бизнеса». Ежемесячно мы должны заказывать для своей семьи несколько вот таких продуктов. А если мы заказываем ежемесячно для своей семьи несколько таких продуктов, наш бизнес активен. Что такое активный бизнес? Я сейчас вам покажу в структуре. То есть, когда ты продукт не заказал хотя бы один раз в месяц, то у тебя сгорели все баллы. Вот зелененький, я всегда зелененький. Зелененький – это человек, который заказал продукт. Красный – это человек, который не заказал продукт. В чем плюс зелененького и минус красненького? Ну, давайте смотреть на ситуацию. Вот. Если мы посмотрим с вами на конфигурацию, вот этот зелененький заказал продукт. Продукт идет ему. Значит, он сам оздоравливает себя. Значит, он уже является примером того, о чем говорили. Плюс, если он заказал запасы, у него есть продукт для близких, для родственников. Теперь смотрите, он позвал других людей, они тоже люди заказали продукт, они зелененькие. Если ты зелененький, то тебе не только идет продукт, тебе накапливаются баллы. Ну, то есть люди, которые делают покупки, они эквивалент, то есть каждой покупке равен определенным баллам. У тебя накапливаются баллы, и ты выполняешь ранги, и ты получаешь деньги. То есть, если у тебя 1000 баллов слева и 1000 баллов справа, ты серебро. Если у тебя 2500 баллов слева и 2500 баллов справа, ты золото. Если у тебя 5000 баллов слева и 5000 баллов справа, ты будешь платиной. Если у тебя 7500 баллов слева и 7500 баллов справа, ты бриллиант. А если ты красненький, то у тебя ни один балл не накопился. Все баллы у тебя сгорели. Так вот, один раз в месяц мы делаем активность своего бизнеса и заказываем продукт, тогда мы активны, любой продукт. Поэтому, если вы вдруг не заказали в каком-то месяце, вы не активны, вы не системны, все баллы сгорели. А баллы в будущем формируются в деньги и в ранге. Это очень важно понять. И если ты еще красненький, то тебе необходимо, чем быстрее, тем лучше сделать заказ, потому что каждую среду, в 7 утра Москвы, происходит обнуление баллов. То есть, чтобы баллы не обнулялись, достаточно один раз в месяц заказать, и каждую среду эти баллы будут накапливаться. И если у тебя товарооборот формируется, вот, например, 1000 баллов слева, 1000 баллов справа, либо в другом каком-то эквиваленте, ты получаешь определенную часть денег. Компания выплачивает, напомню, 9 видов дохода есть, 80% сеть. Первый доход – это 50% за приглашение, за первую покупку. Пригласить и подписать человека не важно. Есть люди, которые не понимают. Важно, чтобы эти люди получили результат по продукту, по доходу, важно, чтобы эти люди заработали. То есть просто так подписывать людей нет смысла. Если важно людей в систему направить. То есть важно, чтобы люди стали ходить на презентации в офис. Важно, чтобы люди посещали тренинги. Важно, чтобы люди приходили на такие события в академии. То есть подписать человека нет смысла. Ну и чтобы подписался, ну что? Результата по продукту у него нет, результата по доходу нет. Важно довести человека до ума. За первую покупку вы получаете от 12,5 долларов до 225 долларов. Один раз в жизни. Так вот, единоразовый доход я не считаю его доходом. Поэтому важно людей обучить. Если вы обучите людей, то у вас появляется второй доход. 10% в среднем за наименьшую структуру. То есть вы позвали человека влево, человека вправо,
влево, вправо, лево, вправо. То есть у вас слева стали покупки делать, справа стали делать покупки, то у вас растет товарооборот. Я вам примерно рассчитывал, что за одного человека, за одну покупку на 75 баллов вы будете получать примерно 500 рублей в среднем. То есть, если у вас будет в структуре несколько тысяч человек, вы можете рассчитать примерно свой доход в месяц. Верно? Следовательно, ваша задача научить людей получать доходы и получать результаты по продукту, и это будет в будущем гораздо ценнее, чем первый вид дохода. 20% вы получаете за обучение тех людей, кого пригласили, дополнительно бонус от компании. Вы научили зарабатывать 10-100 человек, совместный доход поставил 100 тысяч долларов. Плюс 20% это 20 тысяч долларов вы будете получать за первую линию. За вторую, третью, четвертую, соответственно, по 10% за обучение. Это еще по 10 тысяч долларов за каждую линию. Если мы посмотрим на бинар, 30 тысяч долларов, допустим, в месяц, 20 тысяч долларов за обучение за первую линию, за вторую, третью, четвертую по 10 тысяч долларов, то примерно через 15-30 месяцев ваш суммарный доход может составить в районе 80 тысяч долларов в месяц. Это примерный доход 5 миллионов рублей в месяц. Это примерный доход 25 миллионов тенге в месяц. То есть, если вы поменяете мышление и начнете работать на количество и на качество, то есть не только подписывать людей, но вводить их в систему обучения, правильно направлять и объяснять смысл, то у вас будут большие достижения в будущем. И 2% вы будете получать дополнительно, как бриллиант компания, товарооборота всех стран мира, и плюс ежемесячный автобонус в размере 500 долларов на автомобиль. Премия автобонус делается очень просто. От товарооборота 1800 долларов вам ежемесячно будут начислять 500 долларов на кошелек. Если у вас есть автомобиль, либо новый, который вы купите, либо тот автомобиль, который есть в семье 2013 года. Достаточно пригласить 4 человека, которые будут потреблять продукт на семью. И этим четверым помочь еще пригласить по 4. 20 человек в магазине, которые будут ходить и покупать продукт питания, они будут улучшать свое здоровье, а вы будете получать 500 долларов. То есть вот такая легкая схема. Ни одна компания в мире от 1800 долларов не дает 500 баксов. Наша компания дает. Это только один доход от 1800 долларов. Плюс от этих же 1800 долларов начисляются все те доходы, которые я что? Перечислил. То есть, простыми словами, от товарооборота 110 тысяч рублей компания только один вид дохода дает 30 тысяч рублей. Просчитайте любой бизнес-план любой компании, нет такого. Ни в одной компании. Вот почему сегодня люди приходят к нам, и многие лидеры, я не имею права называть их фамилии, но сейчас уже начали приходить к нам в команду. Вот когда я вам показывал бриллиантов, да? Бриллиантов. Это, кстати, бриллианты вы хотите? Только побыстрее, пожалуйста. Скажите просто свой доход и все. Вот смотрите. Вот это люди, которые пришли без опыта. Без опыта. Мы за несколько месяцев в компании были, в команде «Успех вместе» заработали определенную сумму денег. Если мы посмотрим на всех бриллиантов, то единственный человек, у которого был такой значимый опыт в индустрии интернет-бизнеса и маркетинга, это был я. Мой доход, естественно, неприличный, его даже как-то неудобно называть, но придется называть, для того, чтобы кто-то из лидеров разных компаний услышал. Понимаете, да, о чем я говорю? Сегодня мне не надо уже называть мой доход. У меня в структуре тысячи людей зарабатывают деньги. Это гораздо ценнее. Вот, простыми словами,
Если сейчас смотрят это видео лидеры каких-то компаний, то они годами проработают, создав большой труд, зарабатывают определенную сумму денег. Ну, все прекрасно мы знаем, сколько это. Не так много на самом деле. Ну, например, средний чек лидера это в районе 300-400 тысяч в месяц. Они собирают большие ДК, большие стадионы и где-то делают этот бизнес от 3 до 7 лет. Ну, вот так, примерно. Это не так много, я могу вам сказать, на самом деле, за такой труд. В общем, сейчас вот это люди простые, да, скажем так. Учитель. В общем, давайте так. Вот просто скажите свою профессию и свой доход в долларах или в рублях, ну, либо я вам скажу, если не знаете, сколько это, примерно, в рублях, ну, переведу. Вот за несколько месяцев с нуля люди, которые пришли к нам в команду, как устроен вообще бизнес? Если мы говорим про лидеров интернет-бизнеса, разных компаний, сетевых и не сетевых, то лидеры сразу никогда не идут ни в одну компанию. Знаете почему? Они не знают, будет ли эта компания успешна, они не знают, будет ли эта система успешна, они пока сомневаются, так? Плюс лидеры других компаний, почему не идут в другие компании? Потому что они там зарабатывают деньги. Кто-то 300 тысяч, кто-то 500 тысяч, кто-то миллион. И чтобы там все бросить 500 тысяч и пойти в другую компанию, это нелогично, так? Наверное? Ну, человек зарабатывает 500 тысяч, зачем ему идти к нам? Так же? Но сейчас я вам расскажу, что уже приходят люди к нам, действительно крупных компаний, потому что уже сейчас наступило время. Какое время? Ну, во-первых, обычные люди, когда начинают зарабатывать больше, чем они, вот представьте, там лидер компании 3-7 лет, зарабатывает в месяц 300 тысяч. А у нас, например, инженер завода, на примере фотографии вам показывал, да? Вот инженер завода, за декабрь заработал несколько миллионов рублей, меньше, чем за год. Или, например, у нас пенсионер 63 года, Надежда Андреева, за декабрь заработала несколько миллионов рублей. За несколько месяцев труда. И эти люди начинают понимать, может быть, они делают не тот бизнес, может быть, они не в том направлении. Понимаете? То есть лидеры иногда, когда их эго вот начинает, что-то не так. Что-то я тут работаю, а тут меня другие люди что? Обгоняют. Вот все вот эти люди, вот простой пример. Никогда не были в интернет-бизнесе там, не имели каких-то там больших достижений там, не были, не собирали большие залы, да? И вот они здесь уже начали зарабатывать. Понимаете? Вот. Но все, вы хотите, вот просто скажите, сколько заработали. Я учитель по профессии, в сентябре заработала 5000 долларов. Вот. Отлично. Пожалуйста. Я заработал 9 тысяч долларов. Супер, за несколько месяцев. Пожалуйста. Бывший учитель, с мая заработала 8,5 тысяч долларов. Вот так, за несколько месяцев. Пожалуйста. Фельдшер по профессии более 10 тысяч долларов. Супер. Пожалуйста. Врач по профессии за 5 месяцев работы более 500 тысяч рублей или 8,5 тысяч долларов. Врач с нуля. Пожалуйста. А воспитатель по профессии заработал за несколько месяцев более 20 тысяч долларов или 1,2 миллиона. Супер, да? Пожалуйста. Просто кавалер. Это 10 месяцев более 50 тысяч рублей. Более 2 миллиона рублей. Супер. Пожалуйста. Бывший военный, с нуля без опыта, более 50 тысяч долларов, более 3 миллионов рублей. Я вас всех благодарю, присаживайтесь. И вот когда люди начинают видеть, что другие люди поднимаются, то лидеры разных компаний начинают репу чесать. Как так? Они столько лет трудились, они столько тренингов провели, столько семинаров собрали. И вот сейчас наступил тот момент, когда к нам начинают приходить лидеры разных компаний.
Ну, например, 3 дня назад ко мне подписался человек с самой большой бриллиантом Европы. Черный бриллиант. Понимаете? Человек, лидер, 18 лет в компании. И таких людей у меня за последнее время очень много, которые приходят. Они начинают сейчас идти к нам, и таких людей будет больше и больше. Мой доход составил за несколько месяцев более 500 тысяч долларов, более 30 миллионов рублей. Ну, вот так примерно. И люди, конечно, начинают осознавать, что здесь что-то происходит, что такое невероятное, что такого никогда не было у них. То есть наступает та пора, когда люди будут туда уже идти более осознанно. Но за кем эти люди пойдут? За вами. Ведь у вас есть знакомые, родственники, друзья, которые в других компаниях где-то что-то зарабатывают. Вам надо просто показать наши результаты. Поэтому страховка бизнеса нужна. То есть каждый месяц заказываем продукт. Либо у вас сгорят баллы, они не будут накапливаться, и вы будете терять определенные преимущества. Пошли дальше. Следующий момент, что мы должны понимать. Вам надо после этого тренинга изучить сайт компании. Как регистрировать людей, что такое баллы, где они находятся. Понимаете, пока вы это не изучите, вы не будете понимать, где деньги, вы не будете понимать, куда поставить, кого поставить, как карьера, так? Плюс изучить тренинг по карьере. Тренинг по карьере, пожалуйста, отправьте в чат. Дальше вам обязательно надо изучить сайт Академии Успех Вместе. То есть вот этот сайт вам нужно изучить. Настроить, активировать. У вас будет вот такая академия. В академии будет у вас архив из 100 презентаций и тренингов. В академии у вас будет кнопка приглашения, где вы будете видеть, кто зарегистрировался, откуда. С этими людьми вы можете связаться, и они с вами могут связаться. В этой академии у вас будет кнопка профиль, где вы поставите свою фотографию, ссылку на регистрацию в компанию, свой скайп, телефон, WhatsApp, Viber. Напишите о себе. В этой академии у вас будет 20 страниц захвата. Один личный сайт, ссылка на конференцию и 20 телевизоров с разными рекламными роликами. То есть это все вам пригодится в будущем. Вы это, возможно, сейчас не понимаете, для вас это однокоршинные слова. Страница захвата, телевизоры, роботы, ролики рекламные. Но это же хорошо. Всегда приятно что-то новое познавать, верно? Но вот это вас сделает богаче. Простыми словами, сейчас мы проводим тренинг с вами в Бурятии. Зал будет 500 человек полный. Но помимо того, что полный зал, мы еще должны с вами осознать важную деталь. И эта деталь относится, знаете, к чему? Эта деталь относится к тому, что сейчас в прямом эфире люди смотрят, что мы с вами делаем, и они обучаются в разных странах мира, и благодаря Академии могут нажать кнопку «Менеджер». Нажимаете по первый раз кнопку «Менеджер». Что такое Академия? Это конструктор. То есть вы можете спать. Но когда вы сюда направили 100 человек, они нажимают кнопочки, когда вы спите. Они регистрируются, заказывают продукт, когда вы спите. Они ходят на презентации, на тренинг, когда вы спите. Мысль ясна? Этому просто нужно научиться и понять это. Это несложно. И кнопку менеджера нажали, появляется вот такая страничка. Здесь имя и фамилия человека, кто вас пригласил. Связались с этим человеком. Если вы ссылку свою отправили, то вы там, верно? И он с вами связался по скайпу, по почте, по телефону. Вот почему нужна Академия. Это помощник ваш. Это замена офиса. Это замена секретаря. Понимаете? Это круто. Потом здесь есть кнопка «Начать бизнес». То есть человек пришел на встречу, я его пригласил. То есть сделал заметку я, например, ВКонтакте.
Или я своему другу по WhatsApp вот сделал заметку, что сейчас будет тренинг, заходи. Он увидел, зашел. Либо я, либо вы прислали своему другу в Skype, WhatsApp ссылку. Он зашел на конференцию. Он слушает, ему понравилось. Он ждет начать бизнес, кнопку слева. Модераторы присылают внизу видео, как сделать бесплатную регистрацию, как заказать продукт. То есть вы спите, он слушает презентацию, он нажимает кнопку «Начать бизнес», модераторы прислали, видите, видео, как зарегистрироваться и как сделать покупку. Пока вы спите, ваш человек зарегистрировался, купил продукт, вы получили деньги. Понимаете, в чем сила системы? Но, конечно, лучше, когда вы не будете спать, а еще будете в прямом эфире. Потому что он скажет, я тут мне понравилось, а вы должны знать, о чем было речь. Так? И вот нажали кнопку «Начать бизнес», заполнили все данные, имя, электронная почта, нажали кнопочку, все на английском, выбрали страну. Единственное поле, которое заполняется не на английском, для СНГ и России, это поле, которое называется, друзья, у нас... стрит, улица. Там мы пишем на латыни. То есть все вот это по-английски, а вот здесь стрит, пишем улица Ленина, дом, квартира. Улица Ленина, дом 1, квартира 7, допустим. Вот это латыни. Это только для СНГ, для Польши и для России. А для Европы, Америки, там на английском. Все, он зарегистрировался, встал сюда в сеть, купил продукт, вы получили баллы и деньги. Мысль понятна? Академия помогла вам это сделать. Поэтому вам нужно связаться с человеком, кто вас пригласил, изучить сайт компании, изучить академию, настроить академию, скиньте ссылки, как это сделать. Попросить, чтобы вас добавили в чат, в Skype, WhatsApp, Telegram. То есть вы должны быть зарегистрированы в академии, если хотите успеха. Не хотите, не надо регистрироваться. Добавиться в чаты корпоративные, где информация полезная будет, фотографии, видео, подсказки, тренинги. Вот. И начать обучаться, проходить все эти тренинги, которые у нас есть. Познакомились с порталом, познакомились с компанией, выполнили рекомендации и стали действовать. Теперь что произойдет? Вам надо будет составить список людей. Теплый список – это люди, которых вы знаете. Написали, вы будете их приглашать, верно? Куда вы будете приглашать? На презентацию в офис, на презентацию в интернет. Холодный список – это люди, которых вы не знаете, но, возможно, познакомитесь, либо это ваш, возможно, там, парикмахер, водитель. Такси, вы же всегда можете с ними тоже пообщаться. И вот холодный список, с ними тоже трудитесь и приглашаете на встречи. Делайте заметки в интернете. Когда вы сделали заметку в интернете, вот тут ВКонтакте, кто-то увидел, нажал кнопку и зашел к вам. Как трудиться в интернете, есть два тренинга по соцсетям. Скиньте, пожалуйста, в чат. То есть все, кто смотрит вот эту запись, в записи вам надо эти все тренинги пересмотреть, потому что вы их в чате не видите. То есть вам надо их посмотреть, потому что без них вы не построите большой бизнес. Кстати, видео, которое у нас здесь сейчас записалось в Улан-Удэ, мы покажем в прямом эфире, что зал более 500 человек, плюс вот в интернете, то есть одновременно идет обучение, понимаете? То есть и на земле, и в интернете. Тем самым мы ускоряем наши темпы. Потом что мы делаем? Четыре шага. Первый шаг – приглашаем человека на презентацию. Он получает информацию на презентации либо в офисе, либо в ДК, либо в интернет-академии. Третье – вы ему даете дополнительно ролик, либо какой-то буклет. И четвертое – вы спрашиваете у него, что тебе понравилось больше – бизнес, либо продукт. Вот не надо ничего усложнять. Пригласили человека, проинформировали, дали информацию для закрепления и задали один вопрос. Не давай вступай в бизнес, не давай покупай продукт, а открытый вопрос. Что тебе больше понравилось?
продукт или бизнес. С каждым человеком вы должны выстроить отношения. Не тяните людей ни в бизнес, не тяните людей на покупку продукта. Пусть человек сам определится, что для него важнее. Верно? Уважайте выбор человека. Если он говорит продукт, вы ему должны задать вопрос. Тебе продукт по какой цене интересен? По полной или со скидкой? Он говорит по полной, либо со скидкой. И вы помогаете ему купить либо по полной, либо со скидкой. И задаете вопрос, когда ты готов купить? По бизнесу. Он говорит, мне понравился больше бизнес. Вы ему задаете вопрос, какой бизнес тебе понравился? Тебе нужен доход большой или маленький? Он говорит, большой. Значит, когда ты готов начать изучать материал, познакомиться с лидером, с наставником, когда ты готов войти в систему и выполнять рекомендации. Если он говорит, маленький бизнес, вы ему говорите, а ну ладно, он делает без проблем, заказывай продукт, там, рекомендуй. И не напрягайте. Всем привет, друзья. Продолжается наша турнир по городам страны. И не напрягайте человека. То есть, если человек говорит, что ему интересен маленький бизнес, то есть ему интересно 100 долларов, то 100 долларов он заработает и без обучения. Мысль с нами, не надо на него тратить время там. Просто вот тебе тренинг, вот тебе продукт, изучает все действие. А если человек большой бизнес, тогда вы его вводите в систему. То есть не надо людей напрягать. Надеюсь, вы поняли, о чем я? Не напрягайте людей. Тогда вы не будете терять людей, тогда вы не будете с кем, ну, ссориться. Вот ролик, который сейчас прямо в Улан-Удэ мы вам засняли, посмотрите, свет, пожалуйста, выключите, как это происходит. Всем привет, друзья! Продолжается наша турне по городам и странам, и мы в 2018 году первую встречу проводим в Бурятии. Наши ученики достигли больших высот, и ты можешь присоединиться в своей стране, в своем городе. У нас профессиональное обучение, мы знаем, как достигнуть больших высот. Сегодня ты можешь изменить свою жизнь вместе с нами. Мы ждем тебя в нашу команду. Кто мы? Как вам? Огонь! Вот ты сейчас смотришь это видео в записи. Вот, дружище, где ты видел, чтобы одновременно в интернете и на земле происходило вот такое чудо? Полный зал в интернете, полный зал на земле. В Академии Успех вместе это возможно. Ты можешь присоединиться к нашей команде, ты можешь стать частью нашей команды, ты можешь выполнять наши рекомендации, не важно, с кем ты сюда придешь, черным бриллиантом или просто кем? Тем, кем ты есть. То есть мысль заключается в том, что ты можешь здесь делать то, что ты делал раньше, и большего достигнешь. Поэтому, друзья, наша система, она лучше, и это нужно осознать, принять и действовать. Запланируйте контракт со своим новичком. Все о том, что я перечислил выше. И начните это выполнять, чтобы человек четко понимал, что ему надо. Помогите ему начать приглашать людей. Помогите ему проработать исходящий поток. Исходящий поток – это как пригласить человека. Дайте ему тренинг мой по приглашению. Дайте ему тренинг по общению. То есть все же это есть, просто дайте, пусть человек развивается. Дайте тренинг по соцсетям, как правильно в соцсетях трудиться. И дайте ему возможность, чтобы он начал общаться с людьми по телефону, по скайпу, в кафе, дома. Научите его интриговать людей. То есть не рассказывать все подряд,
а показывать результаты коротко по продукту, по доходу, вводить себя в систему. То есть научите человека системно трудиться. Вам не надо все рассказывать, вам проще ввести людей в систему, чтобы профессиональные спикеры рассказали им то, что вы хотели рассказать. Ошибка, что мы стараемся сами все рассказать. Это неправильно. Нужен эффект третьего лица. В любой психологии вы должны понимать, есть правила. Неважно, это спорт, религия, какие-то структуры военные. Нужен эффект третьего лица. Вот сейчас я расскажу вам одну ошибку, которую делают некоторые мои ученики. Вот у нас сейчас проходит большой тренинг в Бурятии. И некоторые ученики сегодня надрывают, ну скажем так, кузо свое. Они в это же время, в этот же день, осознанно и неосознанно, сознанием и несознанием, сделали большую ошибку для себя. Они собирают своих людей в офисах, собирают людей в ДК и начинают им рассказывать то, что не надо рассказывать. То есть в своем отечестве пророка нет. Они делают колоссальную ошибку и делают титанический труд. Они проделывают такую объем работы, но получают наименьшее КПД. Понимаете? То есть, когда проходят главные события в академии, не надо проводить никакие отдельные презентации, никакие отдельные тренинги. Потому что вы, еще раз, не являетесь вот в своем отечестве пророка нет. Все, вы должны этот закон знать. Нужен человек с дипломатом, эффект третьего лица. И вот если вы своих людей будете вводить в систему, где не вы рассказываете, ваш бизнес будет процветать. Смотрите, вы собрали людей в офисе и рассказали ровно в слово, что я рассказал здесь. Потом они пришли на встречу в академию, либо сюда, и услышали то, что я сказал им, то же самое. И вы, наверное, слышали, иногда даже видно, вот теперь я понял, тут правильно сказали. Слышали такое предложение? Вы же говорили им, что так надо. Они не слышали. Это называется эффект третьего лица. Не напрягайте тупого, друзья. Он может ворваться, надорваться. Уважайте свое время и труд. Вводите людей в систему. Пусть работает психология. Эффект третьего лица – это самое ценное. Надеюсь, вы меня услышали. То есть сегодня некоторые ученики сделали шаг назад. Не введя своих людей в систему, они могли еще 100, 200, 300 человек вогнать в академию в плане изучения нового материала. Люди бы увидели множество бриллиантов. Люди бы увидели множество людей по здоровью, по продукту, и они бы, знаете так, возбудились. Понимаете, эффект бы был такой более какой масштабный. Они бы увидели другие доходы, другие результаты. Они бы увидели вот этот масштаб в интернете на земле. Они бы увидели новые циферки, новый подход. Поэтому не старайтесь в одиночку что-то делать. Наоборот, людей вводите в чат WhatsApp, Telegram, вводите людей в систему, вводите в общие мероприятия. Успех будет колоссальным. Поверьте мне, это проверено временем. Дальше. Что мы должны понять? И вот цель заинтриговать, привести, и пусть профессионалы, даже если вы профессионал, пусть профессионалы расскажут за вас. Вот это самое ценное. Основные ошибки новичков. Много говорят, рассказывают все время, сами рассказывают то, что не надо, много обещают, не надо ничего обещать, не надо ничего рассказывать, нужно показать фото, видео, показать чеки, показать результаты по продукту, закрыть рот, молчать, слушать, что человек вам задает, и давать новое фото, видео. Все. Все очень просто. Не надо сидеть на кухне и 2-3 часа уговаривать человека войти в бизнес или потреблять продукт. Мы иногда приходим, садимся на кухню и соседки начинают рассказывать 2-3 часа, 2-3 часа. Если вы будете тратить на одного человека 2-3 часа,
Вы не построите империю. 10-20 соседок, скиньте ссылку, пусть зайдут в прямом эфире и послушают. И одновременно 20-30 соседок что? Примут решение. Соберите вот так в зале 100 соседок, и в один раз они получат информацию. Подсказка сна? Не надо тратить на людей по 2-3 часа, это не серьезно. Новички, еще у них ошибка какая? У них академия неактивна, офис у них неактивен, продукт они не заказывают, у них нет продуктов наличия, нет личного результата. Это не приводит к рангам доходов. У профессионалов всегда есть продукт в запасе, всегда активная академия, активный офис, у них есть личный результат, поэтому их костер всегда горит, потому что они являются примером собственного бизнеса. И знаете одно, командная работа – это общая ответственность. То есть мы все отвечаем за то, что делаем и наш результат больше или меньше, именно в первую очередь от того, что мы делаем с вами. Поэтому нужно делать это профессионально. В заключение я дам подсказку вам, что необходимо сделать вам желательно. Вот если мы заходим на сайт компании, то на сайте компании можно заказать продукт. И в разделе вот здесь «Заказ продукта» можно заказать, например, 70 зеленых капсул. Вот здесь 70 зеленых. Можно заказать смешанные 30 белых, 30 зеленых, 30 фиолетовых. И можно заказать 60 белых, 60 фиолетовых. Я вам сейчас дам одну подсказку, которая вам будет полезна. Когда я вообще начинал бизнес, я старался, знаете как, вот есть проблема во многих компаниях. Проблема заключается в том, что люди каким-то бизнесом занимаются, набирают много продукта, и у них продукт пылится в гаражах, либо под юбкой. Встречали такое? И я наоборот, когда мы начинали бизнес, не хотел, чтобы у нас была плохая репутация, и говорил, ну заказывайте одну пачку. Понимаете? Но когда мы стали заказывать продукт, когда мы стали получать результаты, а продукт идет 20-45 дней с фабрики, без праздника, то есть праздника не 360 дней. Что я понял? Я продукта заказал себе, потребляю. Мой сосед вдруг просит, а у меня нет. Понимаете? Я ему говорю, заказывай, он заказывает и ждет 360 дней. Я понял, что это большой минус. Дальше, я понял, что у нас, наш продукт, это же не парфюм, который может лежать, использоваться. Вот люди занимаются бизнесом. Заказывают себе на склад 50 парфюмов. А один парфюм женщина может покупать один-два раза в год. А может быть и за два года. Следовательно, там действительно складывают. А наш продукт съедается за месяц. То есть у нас не может быть вообще какого-то такого момента в плане затрат. Понимаете? И со временем я понял, что нужно научить не бояться у себя ставить в разум, куда у нас только продукта. А нужно правильно научить человека мыслить и правильно рассказывать о продукте, тогда у него проблем не будет, и продукт не будет на него задерживаться. Понятная идея? Так вот сейчас я четко могу вам сказать, если вы хотите достаточно большую прибыль, то давайте вспомним историю. Мы сегодня, кстати, очень часто к истории возвращались. В Америке, когда была золотая лихорадка, богатыми стали не те, кто люди добывал золото. Потому что все бежали добывать золото. И не находили его. А богатыми стали люди, которые давали инструменты, продавали инструменты. То есть, смотрите, сотни тысяч людей бежали добывать золото, а продавали лопаты инструменты, ну, грубо, всего несколько человек, они стали богатыми. Идея ясна? Так вот, смотрите, в плане здоровья сегодня в мире более 7 миллиардов людей. Более 7 миллиардов людей нуждаются в правильном питании, верно? В профилактике, в решении каких-то проблем. И вы знаете, сегодня есть люди более разумные, которые являются красивыми такими. У них красивое тело, у них нет с виду болезней никаких.
Они правильно питаются, ходят в фитнес-центры. Заметьте, видели таких людей? Ну, тенденция такая сейчас есть. А есть, к сожалению, люди, которые начинают думать о здоровье, когда его что? Ну, к сожалению, потеряли. Так вот, наш продукт помогает и тем, и тем. Поднять иммунитет, либо сохранить, либо улучшить. Все. И вот тут очень важный момент. Я понял, что нужно заказывать чем больше, тем лучше. Новую возможность. То есть, вот если мы говорим о том, что продукт идет 25-45 дней без праздников и 30-60 дней с праздниками, то вы заказали одну пачку. Ну и что? А сосед хочет, брат хочет, люди пришли на презентацию, кто-то захочет. Вот 100% сегодня есть люди, кто первый раз пришел и захочет продукт. Есть такие друзья люди? Есть. А теперь скажите, 360 дней им придется ждать. А если бы у вас был продукт, они бы сейчас его уже взяли бы и начали бы оздоравливаться. Понимаете разницу? И лично у меня продукта не хватает, дефицит. В очередь люди стоят и бьются за него. Представляете? Меня просят, чтобы я отложил продукт. У меня люди уже заказывают некоторые в ангарске на 2 месяца вперед. То есть мне говорит, надо на инвайтинг убрать, мне две пачки отложить. Потому что люди почувствовали вкус этого продукта, пользу этого продукта. То есть продукт что сделал? Поднял их на ноги. Дают им иммунитет, профилактика. Они видят свое состояние, то, что раньше не видели. И этот продукт сам продает себя. Вот это я точно понимаю. Поэтому сейчас я делаю вот таким образом. Я делаю более грамотно. Во-первых, я сейчас не заказываю одну пачку, я заказываю так. Ставлю вот туда единичку, 70 капсул. Видите, зеленых. Сейчас пока нельзя сюда поставить 2, 3, 4, 5, 6. В будущем сейчас у нас новое производство формируется. Здесь можно будет добавлять сразу 2, 3, 4, 5, 6. То есть, когда это будет, когда отправят все продукты, ну, заказы, которые уже сделаны, и когда производство будет работать на полную мощность, потому что новый продукт, там нужен запас и так далее. То есть, смотрите, в будущем здесь можно сразу заказать 2, 3, 4, 5, ну, 6 комплектов. Пока этого нет, можно заказать вот так. Но на будущее вы должны знать, что так можно. Сейчас мы заказываем 70 зеленых, дальше 70, 60 белых, 60 фиолетовых, единичку ставите, и 30 белых, 30 фиолетовых, 30 зеленых. То есть в одном заказе вы заказываете 90 белых, 90 зеленых и 90 фиолетовых. Получается на 3 месяца сразу заказ одному человеку. Понятная идея? То есть, вот если вы вот так вот заказываете, то получается, подождите, будет 100 зеленых, 100 зеленых будет, будет 100 зеленых капсул. То есть зеленых будет 100 капсул, а белых и фиолетовых по 90. То есть это на 3 месяца одному человеку. И даже если вы так заказали, это немного, согласитесь. И можно сделать сейчас вот таким образом. Зарегистрировали вот сюда себя, еще раз влево себя и вправо себя, либо отца, брата, друга, сестру, кто будет получать продукт. Можно 3 раза себя. Но для этого надо 3 банковских карточки, либо внутренние деньги. И смотрите, как я делаю. Я делаю вот так. Это главный номер, это первый номер, это второй номер. Я заказываю сейчас вот сюда 3 смешанных больших пакета. И сюда 3 смешанных больших пакета. Что я делаю? Я зарабатываю деньги на ровном месте. То есть первый раз, когда заказываю 3 смешанных больших пакета, здесь $320, здесь $320. И мне на счет, на главный номер возвращается $112.50 за первую покупку первого номера и за вторую, и за первую покупку второго номера.
То есть я заработал 225 долларов на ровном месте. Мысль понятна? Теперь у меня здесь есть 3 месяца продукта и здесь 3 месяца продукта. Это либо одному человеку на 3 месяца, либо если мы сложим 3 комплекта там и 3 комплекта там, это 6 человек в месяц. Но что такое 6 человек в месяц для какой-то, ну, для какого-то города? Даже этого мало, да? И заказываю себе на главный номер сюда либо 3 смешанных, либо один какой-нибудь большой. Вот так я делаю. Потом смотрите что. Я понимаю, что мне это мало, поэтому я потом на первый номер и на второй номер, в зависимости, где у меня какое количество баллов. То есть, если у меня вот здесь 1000 баллов, а вот здесь 300 баллов, то я потом как делаю? Я уже заказываю не на первый номер, а так как, видите, справа меньше баллов, я заказываю на второй номер еще 3 больших смешанных. Когда вы второй раз заказываете, по 112,5 долларов не возвращается, продукт идет в таком же количестве, только он становится дешевле, уже не 320 долларов, а 300 долларов. И плюс идет 215 баллов в структуру. То есть идет вот сюда плюс 215 баллов. Мысль ясна? А мы получаем в среднем 10% за наименьшую структуру, либо левую, либо правую. Потом смотрите, что получается. Если здесь 1000, а здесь 500, я еще сюда заказываю 3 на второй номер. И мне еще плюс 215 PV. Понятно, да, что я делаю? Еще 215 баллов прибавилось. И смотрю, здесь 1000, здесь пока еще 750. Да? Я, значит, еще сюда 3 заказываю на второй номер. И мне еще сюда 215 PV падает. Идея ясна? То есть тем самым я делаю баланс. Но если вдруг у меня справа стало 1500 баллов, а слева 1000, что я делаю? Я уже заказываю не на второй номер, а на первый. И опять заказываю 3 больших, 3 больших. И так баланс что? Равняю. И напомню, что по карьере 1000 баллов слева, 1000 баллов это серебро в неделю, 2500 баллов слева, 2500 баллов это золото, 5000 баллов слева, 5000 баллов справа это платина, 7500 баллов слева, 7500 баллов справа это у нас в данном случае бриллиант. Теперь мы ставим лево, право, лево, право, лево, право. Эти же люди могут по нашей рекомендации заказать либо один продукт, либо 3, либо 6. Значит, здесь у вас появляются дополнительные что? Люди, которые от сети, они также вот так делают покупки, и у вас баллов за счет структуры становится что? Больше. И вы выполняете таким образом ранги. Вот моя вам рекомендация на сегодняшний день. Когда появится циферка 6, сейчас ее пока нет, пока заказываю вот так 3 смешанных и доставку в экономике, потом можно там уже варьировать. Например, 4 зеленых, 2, например, к примеру, с акселера. Но если вы слушали внимательно сегодня в первой части результаты по акселеру, то сегодня нужно заказывать 50 на 50. Потому что зеленый продукт – это питание с утра, а акселер – это питание вечером. То есть, если вы слышали мои результаты по акселеру, по ночному, то это просто ну, невероятный продукт. Хотя LVA для меня это казался ну, волшебством. А синергия, они друг друга дополняют, результаты становятся еще лучше, просто невероятно. На сегодня, друзья, мы не прощаемся. Завтра у нас в Улан-Удэ будут встречи. Сегодня у нас будет встреча бриллиантов в ресторане. Завтра у нас будет встреча лидеров. Завтра у нас будет презентация в Академии, будет выступать Николай Кубышев в 10 вечера. Приходите, будет вот такая встреча. Сегодня вам, всем, кто первый раз это видео смотрит, либо находится в прямом эфире, необходимо встретиться с людьми, кто вас пригласил, чтобы они вам показали определенный путь.
Всем, кому нужно сделать фото, видео, подходите, фотографируйтесь. Я вас всех поздравляю с этим невероятным событием. Желаю вам успехов и процветания! Go Diamonds! Увидимся!